Необходимо получить на это разрешение. Святой престол принял новый кодекс поведения, регулирующий скромность одежды и наказание. Маки? Для чего это танцы, дель дьявола? Эйцо, похоже, я старею, я даже не знал, что ты снова в Риме. Что это было? Салай, это ты? Эцио, похоже, я старею. Я даже не знал, что ты снова в Риме. К сожалению, ненадолго. Мне нужно зафрахтовать корабль. Я помогу тебе. Я знаю одного капитана. Человек надежный. Подожди, я где-то записал его имя. Над чем это ты работаешь? О, это? Это просто забава. Ты, конечно, слышал про Пифагора. Напомни. Это выдающийся ученый из Греции. Он открыл множество секретов небесных тел и мира вокруг нас. И это его символы? С тех пор, как я изучал то странное яблоко, оно не выходит у меня из головы. Более того, такие же символы встречаются в работах учеников Пифагора. Боюсь, имя капитана выскочило у меня из головы. С яблоком покончено. Думаю, тебе стоит сосредоточиться на живописи. У тебя неплохо получается. Ха! Спасибо, конечно. Но даже я понимаю, что она нарисована скверно. И улыбка у нее какая-то вымученная, бессмысленная. К черту живопись! Пару дней назад я сделал невероятное открытие. Салай, принеси мне! Он еще не вернулся. Я собирался проводить тебя в порт, но сперва мы должны дождаться моего ассистента. Бене, это несложно. Боюсь, что ты недооцениваешь Салай. Сейчас увидишь. Как скажешь. Скорее всего, ты найдешь его в спящей лисице. Диново! Я говорил, это счастливые гости. Мне завидует сама Фортуна. Джан Джакомо? На это имя я не отзываюсь. Салай. Уже лучше, но все равно не то. Да! Диново! Пойдем. Твой хозяин зовет тебя. Пусть подождет. Нет. Милый плащ. Ты один из монахов Юлия? Я не из Божьей церкви. За пределами Божьего царства царство людей. Вы поклоняетесь людям, мастер? Пойдем со мной, тогда узнаешь. Спасибо за игру, но мне пора. Пожалуйста, не уходи. Игра еще не окончена. Извини, подвернулось интересное занятие. Ведите, мастер. За нами идут те трое игроков. Не шуми. Почему? Сентите! Я больше не играю! Мы тоже! Остановитесь! Задайте трех! Гоните каноник страху! Господь благоволит вам! Помогите! Помогите!
Господи, помилуй меня! Он здесь! В Риме только один человек способен устроить подобное. Должно быть, ты Эцио Аудиторе. Пойдем. Нужно немедленно вернуться к Леонардо. Ты молчун, да? Ладно. Я побегу, а ты догоняй. Можно взвесить монеты в случае необходимости. Помните? Чужаки не отстают. Я уже встречал людей в подобных облачениях. Они искали предмет, который был у меня. То есть частицу Эдема? Леонардо говорил тебе об этом? Он мне все рассказывает. Боюсь, мы дорого заплатим за его неосторожность. Надо предупредить его. Ни слова больше. Я знаю короткую дорогу. Я так хожу домой, когда закрываются таверны. За мной! Знаменитые горячие источники Ферентино. Я иду в обход. Эй, не хами. Может, побегаем по крышам? Леонардо сказал, что сделал важное открытие. Он уже несколько лет исследует катакомбы. Кажется, он перебрался в Рим именно из-за них. Ты его совсем не знаешь. Мы никуда не выходим. Он все время работает, и он такой жадный. Вечно приходится клянчить у него деньги. Он дает тебе деньги? Более или менее. Хотя и не знает об этом. Алора, ты из Флоренции? Расскажи мне. Ладно, я сам все себе представлю. Не хочу начинать день с драки. Иди за мной. Леонардо нашел что-то в катакомбах? Вход в какой-то храм, о котором он прочел в своих книгах. Никогда не видел его таким возбужденным. Он что-нибудь еще сказал? То, что в храме находится идеальное число, которое нашел какой-то ученый грек. Пифагор. Бей их! Отведай моего клинка!
тебе не уйти! На, получай! В атаку! На, получай! В атаку! Хочешь вернуться быстро? Тогда не лезь на рожон. Да, Леонардо готов рассказывать о своих открытиях первому встречному. Рядом с ним не было людей в длинных одеяниях. Думаешь, я буду сидеть в мастерской, если могу веселиться в городе? Вот придем, сам у него и спросишь. Они увели его. Нет, он где-то здесь. Где храм, который он нашел? Леонардо! Салай, если хочешь спасти его, говори, где храм. Я не знаю. Кацо. Эцио, на полу что-то написано. Что там? Я не умею читать. Леонардо обещал научить меня, но... Вилла, картины. Что это должно значить? Я помню, что когда Леонардо жил на твоей вилле, он занимался поисками катакомб. Там в галерее висели его картины. Какое отношение они имеют к храму? Может, записи о его исследованиях спрятаны в рамах? Картин больше нет. Они сгорели во время штурма. Не все, а только Леда и святой Иоанн. Остальные забрали Борджиа. 6 картин. 5. Я сказал, что портрет дамы тоже написал Леонардо. Мне нужны были деньги на новый камзол. Но теперь он уже вышел из моды. У кого теперь эти картины? У Лукреции Борджиа. Во дворце ее мужа близ Феррары. Что ж, пора вернуть украденное.
Надеюсь, поездка была приятной, герцогиня? Едва ли. Я мчалась с огромной скоростью, боясь, что в любой момент меня пырнут ножом. Я не понимаю, герцогиня. Кто пытается убить вас? Мой отец защищал меня от них. А теперь они преследуют меня. Они хотят убить меня. Но, сеньора... Я думала, в деревне будет спокойно. Но смерть идет за мной по пятам. Удвоить патрули и сообщать обо всем подозрительном. Палаццо закрыт для всех, кроме телохранителей моего мужа. Вы слышали приказ? Заметите чужаков, бейте тревогу! Бедный Альфонс. Его жена совсем спятила. Почистить туфли герцогини. Вход в палаццо закрыт для всех. Она сама будет чистить свои туфли? Герцогиня будет делать то, что пожелает. Нас это не касается. Что за жизнь? Ты только послушай. Не хочу ничего слушать. Я, пожалуй, герцог. Пока ты на той стороне, твоих жалоб никто не услышит. Меня довольно. Стой, где стоишь. Пропусти меня. Только после того, как получу приказ герцогини. Поддержит папу в борьбе с Равенной. Посмотрим, сколько протянет этот союз.
Значит, ты пришел убить меня, ассасин. Бонджорно, Лукреция. Или все-таки герцогиня? Титул я получила после замужества. Вряд ли он может кого-то обмануть. Свою жизнь можешь оставить себе. Я пришел за картинами. Решил обновить обстановку, да. Я хочу, чтобы ты вернула мне 5 украденных тобой картин Леонардо да Винчи. Все не так просто. Родина, семья. Я ведь потеряла все. Думаешь, Феррара любит меня? Я тут изгой, чужестранка, сирота. Твоих картин здесь нет, ассасин. Я тебе не верю. Тебе это пугает, да? Потерять так много. Быть может, мы сможем утешить друг друга. Возможно. Где картины? Проданы Франческо Колонна. Одна досталась моему любимому, Патрицию. Он живет недалеко от Ватикана. И одну я оставила себе. Отдай ее мне. Стража! Положите Благовещение да Винчи в телегу. Оставьте телегу за стенами. Молто Бене, теперь закрой глаза. Скоро вернется муж со стражниками, так что поторапливайся. Давай. Прошу прощения, герцогиня. За что? Никто не избавит тебя от страданий. Ты сама должна это сделать. Передай от меня привет герцогу. Стража! Стража! Туда! Бей его! Бей! Вон он! Куда он делся? Отлично. Тут можно забраться наверх. Членов гильдии врачей. Во Фландрии открыт чудодейственный способ лечения подагры. Он предусматривает употребление пива внутрь больших...